Привет, ребят! Сегодня я нашел настоящий дом блогеров. И мне стало интересно, чем они сейчас занимаются и как они делают блоги. Здрасте! Привет! Пойдем, я тебе покажу, как мы снимаем видео. Привет! 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 Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Алексей. Чем вы занимаетесь? Мы занимаемся видеоблогингом. Что означает быть блогером? Быть блогером — это снимать себя на камеру. Разные форматы есть. Видеоблог, есть обычный блог, скетчи, разные жанры. И вот мы двигаемся в разных форматах. У нас разносторонний контент. Мы снимаем разные видео. Нам это очень нравится, и мы хотим это развить в нашем городе. Откуда вы берете свои идеи? Идеи к нам приходят в основном спонтанно, нету такого, чтобы как-то пришла идея, там, откуда-то, какое-то вдохновение, все происходит у нас спонтанно. Не было такого, что мы сидим, думаем, что-то придумаем. В основном приходит вот спонтанно, мы такие сидим дома, и раз идея пришла, я ему написал сразу, раз и снимаем, начали снимать. Например, у него пришла идея, он говорит нам, а мы ее уже обсуждаем, додумываем и делаем вместе. А ваш видеоблог не мешает вашей учебе? Нет, видеоблогингом мы занимаемся в свободное время. Вместо того, чтобы сидеть за компьютером, мы занимаемся своим любимым делом. Мы снимаем видео. Ну, к примеру, я хочу стать видеоблогером. Что мне для этого нужно? Для того, чтобы стать видеоблогером, в первую очередь нужно иметь хорошую фантазию и хорошую камеру. Ну, конечно же, в первую очередь нужна хорошая фантазия, а потом уже все остальное. Это микрофоны, видеокамеры, какие-то подсветки, софтбоксы. Это уже потом, дальше у тебя будет. Самое главное, тебе нужна фантазия. Или же, ну, тебе еще нужны друзья, которые тоже хотят этим заниматься, единомышленники. Если ты вместе с ними, будет тебе легче это продвинуть, и тебе будет нравиться самому этим заниматься. Кроме того, что вы хотите стать известными, от вашей известности будет прибыль? Ну, в первую очередь мы это делаем не для известности, а для того, чтобы продвинуть свой город. Хотим немножко популяризировать видеоблогинг в Шымкенте. А заработок, он будет в дальнейшем, это обязательно, то есть без этого никак. Что вы хотите достигнуть в своей карьере видеоблогинга? Мы хотим достигнуть в первую очередь, мы хотим просто продвинуть город Шымкент, я еще раз буду повторяться, мы хотим продвигать в Казахстане видеоблогинг, потому что в России это уже давным-давно развито, в Америке это уже давно развито, то есть в России это уже профессия, а у нас это так просто как-то люди считают детской шалостью, мы хотим это продвинуть как на профессиональный уровень. Мы хотим в первую очередь доказать родителям то, что это не просто так мы делаем, не просто наше хобби. Особенно, чтобы родители поняли то, что мы не просто не занимаемся в свое свободное время. Как вы думаете, детям нужен видеоблогинг? Раньше давно хотели все дети стать космонавтами, а сейчас все дети хотят стать видеоблогерами. Но для этого нужно немного подрасти, и лет с 14 начать уже можно такие идеи что-то снимать. Вы сейчас можете мне показать, как вы все это делаете? Конечно. Да, сейчас покажу все. Чтобы сделать хороший монтаж, надо сначала отсмотреть все ролики и выбрать самое лучшее из них. Как показывает практика, ролик выходит на минут 20-30, а потом это все настолько нарезается, то что 2-3 минуты это максимум. То есть ты должен сначала выбрать все самое динамичное и это наложить очень красиво и грамотно. То есть если не хватает каких-то эффектов, берем и вставляем эффекты. Если, например, вот тут ролик с такой цветокоррекцией, а тут с другой цветокоррекцией, то надо тебе сделать так, чтобы свет падал красиво и сделать картинку такой, чтобы кадры не разделялись. То есть, чтобы разницы не было. Да, то есть, да, чтобы примерно была одинаковая цветокоррекция. Йоу, всем привет, друзья, меня зовут Дима, его зовут Леха. Всем здорово, и сегодня уже 2 июня, и наконец-то мы дождались лета. И как уже все догадались, сегодняшний выпуск будет посвящен лету. Поехали! Так, давай тогда я тебе сейчас покажу, как мы снимаем видео. Ну, в первую очередь, конечно, мы пишем сценарий. Все вместе мы пишем сценарий. У нас, например, как происходит? Например, Алексей мне пишет идею. На работу. Приходим все домой и заканчиваем это все. То есть, да, описываем сценарий. После чего мы включаем камеру, заряжаем ее, естественно. Подготовились. Подготовились все. Помылись, искупались. Головку причесали. Ставим сюда камеру.
до конца ее выдвигаем, чтобы было все красиво и нас всех было видно в кадре. То есть включаем камеру, ставим на себя, чтобы мы видели, какие мы красивые. И, в принципе, вот так вот все и происходит. Вот, как ты видишь. Тебе понятно? Да. Всем привет, друзья, меня зовут Дима, ее зовут Леха. Всем привет. Его зовут Аблайхан. Всем здорово. Его зовут Рамзес. Всем привет. Короче, мы первую серию сняли, надо думать, что будет на вторую серию. Пабло, у тебя что, есть какие-то идеи, или точно так же ты там на лавочке будешь сидеть? Получается, смотри, я к тебе приходит. Спишь, вот да, он лавочке, спит, ты прибегаешь туда. Да. Спишь ты на лавочке. Ты спишь на лавочке, он тебе звонит и говорит, типа, прибегаешь ты к нему, после чего типа, ты рассказываешь. А вы что будете с Баграном этим делать? А давай включи фотошоп, и типа ты что-то монтируешь, а я к тебе такой подбегаю, типа говорю, не, это не так, это по-другому будет. Давай так. Короче, я не знаю, что продолжать делать. У меня и в монтаже не получается там доделать, и сценарий мы не можем додумать. Ох, как же сложно быть блогером. Нужно и сценарий сделать, и фотошопить, и превью сделать. В общем, я не буду блогером. Я устал. Ты что молчишь постоянно? Хотя бы что-нибудь делать в этой жизни? Абл, подожди. А ты никогда ничего не думаешь? Можешь что-нибудь придумать? Что тебе можно? Лёха! Сейчас, я лишь твою мать ворот. Какую работу вы что-нибудь можете делать, а? Что-нибудь? Ты что-нибудь придумай? А, я один только работаю.